У нас острый дефицит кадров. У нас острый дефицит врачебных кадров, у нас острый дефицит фельдшерских кадров. Нам очень нужны средние медработники, нам нужны врачи. Нам нужны врачи скорой помощи, врачи-анестезиологи, реаниматологи, нам нужны врачи-педиатры. В зале ученики 11-го медицинского класса 1-й гимназии и сотрудники Соликамской станции скорой медицинской помощи обсуждают без прикрас все тонкости и особенности работы в скорой. Для Виктории это важно, потому что в ее семье добрая половина родни – специалисты медицинской сферы. Мне было интересно узнать, как работают именно врачи скорой помощи, что входит в их обязанности и что нужно для того, чтобы стать таким врачом. Я считаю, что такие встречи нужны, потому что на этих встречах я могу сформировать свое мнение о профессии и уже окончательно определиться. Пока Вика планирует стать акушером-гинекологом, на встрече она узнала, что врач скорой помощи тоже должен обладать этими навыками. Тут ты, получается, в течение суток ты гинеколог, ты терапевт. В общем, врач скорой помощи – универсал. Он должен обладать знаниями из всех медицинских специализаций, ведь именно от него зависит жизнь человека. Ну а тем, кто твердо намерен стать врачом скорой, действующие коллеги порекомендовали целевое обучение в социально-педагогическом колледже имени Раменского у нас и в мединституте Вагнера в Перми. Целевикам будет предоставлено бесплатное проживание в общежитии, а при доустройстве молодые медики получат от государства 1 000 000 рублей. Если такие меры социальной поддержки медицинских работников, почему тогда такой острый дефицит медицинских кадров? А ответ такой – молодежь не идет во врачи. Сейчас возрастные люди в белых халатах вышли на пенсию, кто-то переехал. Теперь же нехватку специалистов государство пытается восполнить всеми возможными способами и приятными бонусами. В любом случае, в Соликамской станции скорой помощи работа найдется всем. У нас радиус обслуживания практически около 300 километров. Мы обслуживаем Соликамский городской округ, обслуживаем Красновишерский городской округ, Чердынский округ, все прилегающие как бы сельские территории. То есть такая экстренная форма и неотложная форма. В экстренной форме до 20 минут, в неотложной до 2 часов. В круглосуточном режиме у нас работают 14 бригад скорой помощи. Это на все кусты. На Соликамский городской округ работают у нас 8 бригад скорой медицинской помощи. Отметим, данная встреча проводится в рамках всероссийской профориентационной акции «Шаг в будущее» российского движения школьников. По всей России ребята российского движения школьников организуют эти встречи с различными специалистами, с различными интересными людьми. Сегодня мы с медиками-волонтерами организовали встречу с врачами скорой помощи, познакомили ребят с этой профессией, ну и, может быть, кто-то в будущем из них станет специалистом в этой области. Напомним, заявки на целевое обучение принимаются от 11-классников уже с 1 марта. Для тех, кто настроен серьезно, подскажем телефон. Там и о сроках, и о перечне документов узнать можно. Желает всем врачам, как нынешним, так и будущим, крепкого здоровья. Олеся Петровичева, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль ТВ».